У меня 1000 здесь, 1100 даже. Так он сегодня и уйдет у тебя этот баланс. Что мне сделать сейчас? Редактировать? Бюджет нажми. Где он, бюджет? Вот, где бюджет 685 написано. А. Вот сюда нажми. На 685. Ого, блин. Угу. Вернуть на общий счет. И пиши 100 рублей. Пополнить бюджет на 100 рублей. Пополнить бюджет. Начать ротацию. А тут вот не надо ссылку вверху. Переводы идут на наши счета. Вверху ссылка не нужна, потому что когда люди на баннер кликнут, они и так перебросят на ссылку. Да, сохранить. Круглосуточно ошибка там. Круглосутосно написано. Че. Сейчас у меня английская, поэтому высыпка. Где черненькая? Угу. А вот эти вот секунды, это все нормально тут? Один раз 5 секунд запускается. Да, таргетинг я тоже 25 лет ставлю. Ну вот лучше, конечно, когда CTR 6-7. Чем больше, тем лучше. И ты видишь, сколько переходов. Можно что? Обнулить потом, когда баланс закончится, обнулить, чтобы ты видела, сколько переходов за сутки было. А обнули... Где обнулить-то? Вон, где сброс. Ну, сейчас не надо нажимать. Где статистика, сброс. Да, сейчас не надо. Ага. И время вот здесь другое поставить? Ну, 30-секундный баннер, он дороже, но его смотрят 30 секунд. Ага, плюс 20 рублей. И вот здесь что? Ну, остальное все нормально будет? Нормально. Ну все, значит, поэтому все у меня. По Калиостре не надо ничего? По Калиостре? Да, там мне все понятно. А, ну все тогда. А вот сюда я не положила деньги. Куда мне? На рекламодателю вот или куда? На рекламодателю внизу где-то пополнить. Контекстная реклама или что-то будет? Просто или... Я видео кручу свои и страничку ВКонтакте рекламирую. Ну, и я так сделаю, если так надо. А, значит, что, видео в серфинге? Надо пополнить баланс сначала. Видео в серфинге, дать ссылку с Ютуба. А, насколько мне здесь пополнять надо? 100 рублей пока положи. О, всего? Давай 200, чтобы на дольше хватило. 200. Виза. Что-то я приостановила запись. А там... Рекламные тизеры. Добавить тизер вот с правой стороны. Рекламные тизеры. Надо было добавить тизеры. Я добавить свой баннер. Не-не-не-не. Главное еще раз нажми. Ну, да, вот, добавить тизер вот сюда. Рекламный текст пишешь. Угу. Сюда ссылку ставишь свою. Тоже сюда, в рекламный текст. В поле. А, вот, ага, вижу. Убираешь.
там баннер наш из базы знаний. Показы выбираешь, таймер. Ну, секунд 15, наверное, надо. Страна, город, неважно, пол, неважно, таймер. Ну, 5 это мало, 5 это ничто. Вот таймер нажимаешь на треугольничек. Чуть ниже, ниже. Да, вот этот таймер. Да, 15 секунд. Можно 15, да. Можно 30. В сутки человеку сколько говорила? 3? Да можно 2, можно 3. Ага. Город не надо, поза там нет. Вот здесь витрина ссылок за 150 рублей, можно добавить свою. Пока те нижние не вытеснят тебя наверх. То есть наоборот, сверху вниз ты будешь уходить, пока 10 ссылок следующих не вытеснят. Будешь держаться тут. И стоимость показа или это автоматически ставится? Ну, тебе автоматом, в зависимости от таргетинга. Нажимаешь сохранить, когда будут готовы. Или хочешь, я вот при тебе сейчас запущу, у меня уже там тизеры готовые. Давай. Останови показ. А я тебе свой включу. Видно? Грузится. Все видно. Ну, вот сюда я запустила ссылку на видео. Вот если нажать на него, вот он на видео перекидывает. А можно и картинку, можно и видео, да? Да, можно картинку, можно видео. Картинка сразу ведет на сайт. Вот я нажимаю. Нажимаешь пополнить счет. Ну, 500 показов, 20 рублей. Пополнить. Нажимаешь и все. Вот оно написано. Показывается. Вот оно идет. А когда уже деньги израсходовались, написано приостановлен. И тут показывается, сколько вот на счету денег, сколько показов, сколько осталось, сколько кликов. Ну все. Все, я поняла, спасибо. А вообще, Ира, когда вот запустить рекламу? С утра или во сколько? Вот часы есть, когда больше народ? С 12 до 14 и с 18 до 20, когда люди с работы приходят. Это по Москве. А, 2 часа в обед и 2 часа вечером получается. Ну, самые эффективные часы. Все тогда? А look at link. Вот look этот link, что? Это по оффер-весту идет. Это к Борису. Я в нем плаваю еще, не знаю сама. Ага. Ну, знаешь, наверное, что ссылки, вот которые сырые, вот поставить сюда.